Увидел тебя. All this time was in Dubai. Молодчики, всех с победой! Второй, третий период. Классная игра. Классно играли и солидно играли, самое главное. И вы можете это играть. Но за первый период мы не должны так. Еще раз говорю. Солидность, правильные действия, они все приводят. Не соперник нас обыграл, а мы сами сопернику дали себя обыграть в первом периоде. Молодчики, завтра выходной. Все, готовимся. Парни, все молодчики, но сегодня Фукс потащит. Молодчики, ребята. Спокойно. Спокойно. Let's get the f*** home. Let's go home. Давай, давай. Да, хорошему, я все прекрасно понимаю, да, второй день подряд играть непросто, да, главное было хорошо отдохнуть, поэтому где-то первый период немножко притирались, вот, второй, третий хорошо сыграли и победили. Ну, а после 0-2, что говорил тренер на лавке, вот, непосредственно в первом периоде? Да и спокойно играть, расслабиться, да, постараться меньше ошибаться в своей зоне, все вперед, и это принесло плоды свои. Большинство у нас заработало, что скажешь? Ну, из тренировки к тренировке тренируем, да, скажем так, и должно было когда-то прорвать, поэтому дай бог, чтобы дальше так продолжалось. Свой гол, как прокомментируешь, такое ускорение было, турбо просто? Да нет, просто выскочила шайба, да, и чувствовал, что могу ногами добавить, вот, и... Побежал, бросил, забил. Какой самый важный, наверное, момент можешь отметить в сегодняшнем матче? Переломный. Да, наверное, когда 3-2 вели и в меньшинстве выстояли, наверное, переломный. В меньшинстве надо было выстоять. Вот, поэтому хорошо.